Власть выбираем не для рая, чтоб ад у нас не наступал. Кто в 90-х выживал, тот это очень точно знает. Тогда главенствовал обман, сейчас война за справедливость, а пандемия, как случилось, со многих лживый образ спал. Кто незаметен был, взлетел, кто был во славе, обнулился. Переворот в мозгах случился, зависеть стало все от дел. Как мы ведем себя сейчас, и чьи поступки душу греют? Словам пустым никто не верит, герои новые для нас. Врачи, спасающие жизнь, уборщики и почтальоны, кто трудится, пока мы дома, на карантине собрались. Предприниматели одни бесплатно старикам развозят еду, другие власти просят, чтоб только им и помогли. Ковид заставил изменить комфортно зону надвижения, по новой принимать решения и начинать уже творить. Идет естественный отпор, фальшивость мира убирает, прозрение земле вручает и справедливости простор.